Друзья, ну до Нового года осталось совсем чуть-чуть, еще пару часиков, и мы всем хорошего настроения. Всех с новым 2018 годом. От всего сердца желаю вам счастья, здоровья, любви, исполнения желаний. С вами Геленджик Лайф. С Новым годом! Класс! С годом собаки, собака! Собака с годом собаки! Ух ты! Полетела, полетела! Вау! Классно! Давай еще я плачу! Он на тонком мысе, вообще да, сильно очень. Красиво. Со всех домов, наверное. Северный тоже. Северный подключился, да? Сосновой рощи потише. Вот сейчас самое время рассказать немножко о районах. А здесь вы сами будете понять, да, где погромче жить, где потише живут люди. Вот у нас здесь немножко более тихий райончик такой. Вот здесь как-то мало всего событий происходит, а вот там дальше, конечно. Вот у нас и... панорама хорошая. Ну да, да. Вот сафари-парк включается, наверное, там, да? Территория сафари-парка. Это Гоголь. Так. Не, вон там было, сейчас слева, справа. Вон там, смотри, очередь пошла. Прям красотища. Так, это уже Гоголь подключается. Там еще никто не живет, но там уже салюты во всем. Это риэлтор, наверное, празднует свои проданные квартиры. Свои продажи. Да, продажи свои отмечают. Потому что, насколько я знаю, там квартиры уже все распроданы. Ну, у меня такая есть информация. Итак. Все рисунки мы смотрели, как красиво. Да, вот я сейчас покажу. Там смотри, какой салют красивый, прямо с этими целыми. А в горах тоже что-то происходит? Да. Можно сейчас вот увидеть. Смотрите. Надеюсь, нет, это что-то яркое такое. Прямо. В горах что-то происходит. Люди тоже отмечают, по всей видимости, там. Там частный сектор уже подключился. Вот, это Гоголь, смотрите, Гоголь. Это вот за Гоголем там и есть. Ура, богатым людям Геленджика! Спасибо за салют! Вышли мы на набережную. Друзья, время сейчас 1 час уже 2018 года. На улице не очень много людей, но в целом отдыхает украинский дворик. Впереди у нас Санта-Фе. Да? Да, люди гуляют. На набережной не очень много. Мы тоже решили немножко прогуляться. Потому что на самом деле прохладно, если честно, и дует ветерок, да? Да. Вот, но... Мои уши об этом мне часто напоминают, что холодно, реально холодно. Идем мы, короче, в центр посмотреть, что же делается именно в Новый год в городе Геленджике. А пока до нас доносятся только звуки Санта-Фе, кафе Санта-Фе. Друзья, проходим мы сейчас мимо кафе Sea House. Соседнее рядышком кафе, от него справа.
название здесь написано, а я не помню, как оно называется. Ну да, просто хочу сказать, что Михаил хочет сказать, что кафе в Геленджике сейчас на самом деле в Новый год полны народу. То есть люди все-таки любят отмечать Новый год не только в кругу семьи и дома, но также в кафе, потому что, скорее всего, не любят мыть посуду и готовить. Но это ничего страшного, поэтому мы можем наблюдать такую картину, что кафе в новогоднюю ночь полны народу. Ну, во всяком случае, из каждого заведения доносится громкая музыка. Которые работают, много да. людей отдыхают, да. танцуют и просто наслаждаются, да. А мы двигаемся к елочке, вот она уже и виднеется здесь, вот видно. Перед нами, вот. Елочка. И видно, что гуляет по набережной народ. Видели людей на велосипедах, то есть поддерживающие здоровый образ жизни. А также видели людей, отмечающих Новый год. А, ну, а к какому типу относимся мы, это пусть останется небольшой загадкой. Мы, наверное, на велосипедах с самокатом, да? С Новым годом, с новым счастьем! Всем удачи от панд! И дьявола! Немножко вам новогоднего моря. Вадим Михайлович. Алло. Вадим Михайлович, в общем, Дед Мороз сказал, что скоро уже вас посетит, но для этого вы должны сейчас лечь в кроватку и уснуть. Поняли? Мы сейчас уже собираемся идти домой. Через полчасика мы будем уже дома. Друзья, находимся мы сейчас на набережной города Геленджика, возле музея. Здесь уже людей побольше, люди отдыхают. Надеюсь, YouTube сжается над нами и не забанит эту великолепную композицию. Вот, нам мы будем двигаться дальше. Наша цель сейчас дойти до центральной площади и показать вам нашу великолепную елочку, которая уже давно радует нас своими волшебными огнями. Находимся мы сейчас возле центрального причала, и здесь на центральной площади находится наша елочка. Людей здесь уже во много раз больше, все-таки все приходят сюда. Итак, ну, долг мы свой выполнили, мы дошли до центральной площади, показали вам елочку. На самом деле наши усилия были тщетны, потому что я так рассчитывал, что все-таки, наверное, какое-то развлечение там будет организовано. Какая-то музыка, как минимум, должна была там звучать, но там не было ничего. Просто светила елка, так же, как и во все дни до Нового года. Ничего особенного в центре не происходило. Просто люди прогуливались, делали круг вокруг елочки и возвращались домой. Ну, такое у меня мнение. Конечно, нам, как местным жителям, особо эта роль не играет, да, но хотя бы мы вот тоже пришли сюда к елочке, хотелось бы оттянуться, повеселиться, там, я не знаю, послушать музыку. А люди тратят большие деньги, чтобы приехать сюда в Геленджик и встретить Новый год. И я считаю, что обязательно, местные власти, пожалуйста, если вы смотрите нас, примите к сведению, что можно нанять хотя бы одного диджея, который бы провел новогоднюю ночь для людей, чтобы просто ставил музыку. И тогда у людей остается гораздо более оптимистичное мнение о городе-курорте Геленджике. Людей мы видим здесь немало. И сейчас все двигаются к дому. К сожалению, к дому. Они остаются на центральной площади возле елочки. Вот это, конечно, очень. Всем хорошего настроения. С вами был Геленджик Лайв. Увидимся с вами в 2018. Всем пока. Не забывайте подписываться на наши видео, ставьте лайки, ну или дизлайки. На ваше усмотрение, нам все равно будет важно. И не забывайте подписываться на наш канал. Вот это уже важно. И нажимайте колокольчик. Всем пока. Слава Богу, получал я.